А ну. Ой, вкусно пахнет. Всем доброе утро, ребят. Мы утром проснулись. Вкусно пахнет. Чем? Конфетками. Проснулись. У нас сегодня хорошая солнечная погода. Мальчишки дома. И завтракают у нас омлетик, чаек, печеньки. Да, сынуль? Все, кушайте, а мама потом попьет. Ребята, я буду сейчас все мыть, а потом уже попью сама кофе. Все, доброе утро. Доброе утро, сладкий. Ну, давайте, кушайте. Приятного аппетита, ребят. Так, у меня уборка. Смотрите, Homestar. Девчонки, кто еще не в курсе, покупайте в фикс-прайсе. Наверное, это одна из многих вещей в фикс-прайсе, которая действительно нужная. Вот этот Homestar очень хорошо отмывает вот эту грязь со сковородок. Еще у меня много вопросов. Девочки спрашивают, что за сковородки у меня. Девочки, у меня две сковородки из Магнита, которые были по акции. Отличные сковородки, советую. Я не знаю, что это за фирма, как она называется, но я их покупаю. Ну, вот мне тетя их с Ростова. Я помню, мы не могли их по наклейкам достать, она мне с Ростова выписывала, их там где-то доставала. Короче, в итоге вот у меня эти сковородки. Что ты хочешь? Ложечку. Зачем тебе ложечку? Не знаю, чтобы я пойду сделать. Ясно. Вот, и вот это у меня магнитовские, я их замочила. Так, хочу, знаете, что сделать? Сегодня у меня, знаете, какие планы? Я хочу кое-что тут поубирать. Вот эти крупы все чуть-чуть разобрать. У меня, мне так не нравится. У вас так бывает, что вот так макароны остаются? Мне всегда большую пачку, целую, ну, она как бы много. Я всегда чуть меньше варю, и в итоге у меня, смотрите, вот так, тут, и вот так собирается. Потом я вообще их все объединяю, все в одном этом и варю. Так, банки. Хочу эти баночки тоже поменять чуть-чуть все. Вот эта вермишелька у меня еще... чуть-чуть убрать, видите? А вот эти банки я покупала в Подкове. Они, конечно, поудобнее, вот эти вот, но они подороже, чем из фикс-прайса. Вот, но я их хочу все поменять потом, одинаковые. Может, на этом заказать, кстати. На, я еще, знаете, где видела? На Фаберлике. Может, я думаю, одинаковые на Фаберлик закажу. Потому что, когда одинаковые, красивее, то у меня, видите, разнобой. У меня здесь и вот такая есть, и вот такая есть. Разные все. Так, манка у меня. Вот у меня манки целая, и никто ее не любит, и никто ее не ест. И скоро в ней заведутся какие-нибудь мошки. Так, и вот, видите, тоже половинка. Все по половинкам. Буду убирать. А у меня сейчас вызвала папу. Хочу папа, чтобы Тёмку забрал. Не вызвала, а Тёмка давно хотел к бабушке и хочу ее отправить. Сегодня, может, после обеда отправлю. А у меня в планах, ну не знаю, получится эти планы. Нет, девчонки, хотим поехать в Маримол вечером. Я хочу Илюшке посмотреть куртку. Там говорят, в зале распродажи. Вот не знаю, получится. Папа наш успеет. Он сегодня до 5 на работе, Максим. И не знаю, успеем мы съездить или нет. Короче, посмотрим. А пока вот его нет, я убираю. Так, мальчишки пошли кушать. Ребят, я погладила уже. Сейчас буду досточку убирать. Пылесос заряжается, сел. Только начала пылесосить, и как всегда у меня он сел. Но его дня на три хватает, кстати. Кто спрашивал, хороший пылесос. Мне вообще Redman техника, в принципе, устраивает. Я, кстати, скажу вам по секрету, я заказала себе... я не знаю, когда она придет, через пару недель, наверное, может, быстро. Я заказала себе планетарный миксер. Девчонки, будем с вами его тестировать. Я давно о нем мечтала. Надеюсь, что он мне понравится. Еще не знаю, какой, что. Ну, как я знаю, какой, но когда придет. Все... Илю... Господи, девочки, перекрикиваю. Сидят на кухне, смотрят мультики, я их перекрикиваю. Вот, сейчас выключу здесь телевизор. А то и там, и здесь телевизор. И вот, заказала планетарный миксер. Посмотрим, еще не могу ничего сказать. Буду смотреть. Кстати, пойдемте, я вам покажу погодку. Погодка хорошая, солнечная. Ну, холодно. Холодно. Море. Море, море. Девочки, море, видите, голубенькое. Вот. Голубое море у нас сегодня. Морозный ветер. Все в капюшонах, в шапках. Мимоза цветет. Так что все хорошо. Вот. Так что прибралась, чуть-чуть убрала, все попылесосила. Только на сковер не хватило, сел. А сейчас я уже искупалась, пойду голову сушить. Хочу ее, не знаю, папа наш не знаю, когда приедет. Дедушку ждем, чтобы Тёмку забрал.
Тёмка хочет к бабушке с дедушкой, а я хочу голову помыть, чтобы быть вдруг на всякий случай готова. Может быть, и съездим в Мариэмолл. Тёмку уже дедушка забрал. Ребят, я решила, знаете, приготовить ужин, чтобы у меня муж сейчас придет с работы в 5 часов и скажет: да пошла ты со своим Мариэмоллом. А чтобы он не так не сказал, мы же хитрые женщины, мы приготовим ему вкусный ужин. Он покушает и скажет: конечно, любимая, поехали. Из-за этого, конечно, я готовлю вкусный ужин. Я нарезала картофель, сейчас выкладываю на противень, у меня вот такой мой противень. Сверху вот такой окорочок, тут сметаной и с аджикой нашей местной, вкусной. И лучок. Сейчас первым делом картошку, потом лучок и сверху курочку. Так, блин, плачу, девчонки, не могу. Этот лук такой едкий, а я еще его накрасилась уже. Картофель, сверху лучок и выкладываю курочку. Вот так вот. У меня бедра. Ой, не могу, прям слезы рекой текут. Вот так. Так, и последний кусочек. Вот сюда. Все. Вот такая вот красота, вкуснота у нас получается. И в духовку на 200, на сколько? На 200 градусов, наверное, градусов, на 180. 100, нет, на 200 поставлю, а потом, если что, убавлю. Так, ну мы все-таки собрались, одеваемся, уже выходим. У нас 5:30 вечера. Папочка нас покушал вкусную еду и, конечно же, сказал: поеду. Девчонки, мы уже в Мариэмолле. Это у нас фонтан на весь город. Илюша тоже снимает. Кстати, людей столько много вообще, девчонки. Я в субботу 100 лет здесь не была. И людей прям... Папа наш пошел машину ставить, я его еле уговорила. Вот, поехать. Он говорит: давай в следующий раз. Я говорю: нет, я хочу сегодня. Девочки, кому больше Ревгош или Летуаль нравится? Кто больше всех, ну, где больше всего вы отовариваетесь? Мне, допустим, Ревгош, потому что у меня золотая карта. А Летуаль, что-то у меня ничего нету. Тут музыка играется. Девчонки, смотрите, хорошая куртка. 5000 была, сейчас 2299. А ну, одень капюшон. Покажи. Ну ничего, такая прикольная. А ну повернись. Хорошая, теплая, длинная. А ну еще раз повернись. Илюша, девчонки, еще вот такая куртка. Не знаю, но это новая. Застегивай, застегивай, Илюш, не балуйся. А ну повернись задом. Повернись. Не знаю. Пришел Макс, девчонки, забраковал мои куртки. Короче, идем дальше смотрим. Решили в H&M еще сходить. И потом пойдем в спортмастер или что-то такое, он говорит. Хочу хорошую куртку взять. Так что идем. Девочки, прохожу мимо, я в шоке, короче, в Китиленде. Вот эти вазы, помните, как у меня, которые я в фикс-прайсе купила? Я их купила по 99, по-моему, рублей. Здесь 400 рублей. Жесть. Представляете? 300, может быть, тут 99. И продаются из фикс-прайса. 399. А мы никак не можем ничего найти. Сейчас идем в спортмастер. Хочется какой-нибудь ему куртец купить прикольный. А у меня муж такой, он привереда. Та ему не понравилась. А мне, кстати, вот эта первая куртка очень понравилась. Прикольная. И что, и стоит она всего 2300. Не знаю. Сейчас пойдем еще в спортмастер. Спасибо. Пока. Короче, девчонки, мы кроме мороженого ничего не купили. И идем на остановку. Там папа нас ждет уже. У нас уже второй день влога. Илюшка пьет чаек с печеньками. Он уже позавтракал. Девчонки, я себе сделала кофе, сыр и варю себе две сосисочки. Вот такие маленькие. Вот такой у меня будет завтрак.
поставила уже посудомойку. У нас сегодня отвратительная погода, дождь, но мне нужно на рынок сходить. И еще сегодня у меня приедет курьер из этого. Как его, Илюш? Как зовут? А, Свалберис. Кого? Свалберис, а курьер, девчонки, приедет. Покажу, что заказала. Я, честно говоря, Илюшке куртку еще заказывала, но она, не знаю, как она будет. Короче, померяем. Померяем куртку. Я себе Уги заказала. И заказала все-таки вот эту La Roche-Posay умывалку. Так что будем тестить. Не знаю, сейчас он привезет мне ее. Ну, как привезет, все покажу, расскажу. Вчера мы ничего не купили. Вот. Так что позавтракаю, потом все вам расскажу. Мы с Ильей сходили уже в магазин. Пришли, а он пошел мусор выносить. Мой мальчик, у меня уже, девчонки, помощник мусор мне выносит. Так, что взяли? Ну, это основное. Сегодня захотелось мне вот эту маску. Я давно ее не делала от Skin Light. Мне она нравится, вот эта, которая углем шипит. Так, этот Илюша себе тут взял какого-то динозаврика. Дальше Илюша себе выбрал пасту. Локалют вот такую. А Тёма у меня заказывал банановую. Но банановой не было. Так, девчонки, тут у меня хлеб. Колбаски взяла чуть-чуть. Торес. Илюшка себе булочку взял. Сейчас будет чай пить. Так, а где же Тёмкина паста? А, вот она. А Тёмке вот такую взяла. Дракоша. Зубная паста. Он мне с бананом просил. Не нашла. Взяла вот с клубникой. Он такой у меня очиститель, что... Так, дальше. Освежающая маска для лица. Тоже вот такую еще взяла попробовать. Тоже от этой же фирмы. Я, знаете, всегда беру то, что не пробовала. Хоть я и говорю, что особо нету, но мне нравится. У меня кожа успокаивается чуть-чуть после масок. Так, взяла куриное филе свое любимое. И взяла попробовать в агрокомплексе фарш. У меня там знакомая девочка работает, и она мне посоветовала. Говорит, Оль, попробуй. Правда, хороший, достойный, говорит, фарш. А взяла, девчонки, знаете, для чего? Хочу на второй канал. Я этот рецепт давно видела. Многие делают с этой с пекинки. Сделать голубцы хочу. Вот, тут у меня кинза. У меня, потому что голубцы без кинзы, это не голубцы, и морковка. Буду делать сегодня на второй канал в пекинке голубцы. Первый раз буду пробовать. Так, и зашла в сладкий рай, или как там называется, не знаю. Взяла, у меня, видите, опустело вообще. Все невкусное осталось. Илюшка выбрал себе вот такие печенья. Хотя я знаю, что он их есть не будет, но они недорогие. Думаю, ладно. Девочки, взяла вот такие попробовать макаруны. Ну, явно они не такие вкусные, как настоящие. Вообще, я очень люблю макаруны. И кто у меня в Сочи, Адлер, да, девочки, в Окее продают, они сами готовят эти макаруны. Кстати, очень вкусные. В Окее, в магазине, я один раз вот набрела. И самое главное, смотрите на даты, чтобы они были свежие. Тогда они вкусные, кстати, нормальные. Взяла вот таких конфет. Я вот сюда беру конфеты. Взяла специально с кокосом, потому что дети не едят. Вот такие с кокосом и с миндалем. Илюша тоже у меня не любит шоколадные. Вот. Беру, потому что, девочки, столько конфет едят, я, конечно, ругаю за это. Кстати, про мой маникюр мне уже столько сообщений написали. Девчонки, я же говорила, что я жду, как перед поездкой, пусть ногти отдыхают, я сейчас вот это все срежу. Мне уже надоело их пилить. Чуть-чуть потерпите. Перед Уфой, конечно, я сделаю себе маникюр. Просто жду, когда отрастут, потому что устали у меня ногти. Я вам говорила, что от гель-лака у меня устают. Я не сейчас их сама подстригу, и у меня останется совсем чуть-чуть, и у меня будут мои новые хорошие ногти. Потому что хочу отдыха. У меня от гель-лака устают ногти. До Ютуба, кстати, я вообще гель-лак не наносила. И вообще я делала обычный маникюр, просто как бы вроде, да, на Ютубе. Вроде много девочек меня смотрят, не хочется выглядеть как знаете, замухрышка. Из-за этого я делаю гель-лак, чтобы красиво было, потому что я и на канале готовлю. Но вот сейчас дала себе возможность чуть-чуть отдохнуть. Конечно же, я вижу, что у меня ногти уже не первой свежести. Я их не делаю не из-за того, что я их делать не буду, а из-за того, что даю отдых. И перед Уфой сделаю себе красивый макияж. Ой, маникюр. Кстати, девчонки, у кого есть красивые... фантазия, покидайте мне в Инстаграм, может, то есть для себя, может, кто-то делал красивый какой-то маникюр, чтобы, ну, там, какой-то цвет, что-то, ну, вот. Ну, вы поняли, да, кто красиво красился, можете в Инстаграм мне покидать, чтобы я для себя что-то выбрала, может быть, что-то понравится, знаете.
Вот. Так что сейчас буду готовить, наверное, голубцы. Жду курьера. И будем посмотрим, что он привезет. И вам, как хочу, в этом же уже влоге все показать. Пришел доставщик, девчонки. Сейчас покажу, что заказывала. Давайте, я сегодня домой заказала. Что-то мне не хочется туда ходить. Давайте я открою и буду показывать. В принципе, тут ничего такого нету. Я Илюшке, я себе уги заказывала, хотела посмотреть. Потому что на них была такая скидка. Короче говоря, вот такой фирмы уги. Ребят, скидка была, стоили около 10, а сейчас стоят, знаете сколько, 3200. Я же еду в Уфу, и мне так хочется новые уги, но мне кажется, они мне маленькие. Я вот уже вижу, что они мне будут маленькие. Ну, классные, кстати, уги, ребят. Натуральный мех, кстати. Может, кому нужно. И мне еще понравилось, у них вот это вот, видите, вот так поднимается. И они становятся вот такие. Смотрите, какие они теплые. Я вижу уже маленькие. Давайте мерить. Так. Какие они классные, девчонки. Но они мне прям впритык. Хотя, конечно, мех утянется, но... А вдруг не утянется? Не знаю даже. Маловаты мне кажется. Ну, классные, вообще обалденные. Супер, ребят, советую. Прям 100%. Сейчас второе померю. Вообще обалденный цвет такой красивый. Я знаете, почему такой цвет? У меня же куртка красная. Девочки, какие они классные. Вообще, почему они мне маленькие? Я знаете, они мне не маленькие. Мех увяжется. Но я боюсь, что вот у меня нога, да, плотно. И она вот здесь не будет потом... Так, не знаю, вроде не маленькие, не знаю. Но они очень крутые. Качество обалденное. Вообще классные. Смотрите. Очень крутые. Так, а вот Илюшкин пуховик. Девчонки, это Баон. Подойди, Илюш. Вот здесь, видите, вот этой фирмы Баон. Стоил он 12 тысяч, этот пуховик. Сейчас вот он 5300, по-моему. Я вот не знаю... Но мне вон тот в Заре тоже понравился. Вчера Макс меня сбил с панталыки. Пришел, говорит, да он стрёмный, стрёмный. Вот который этот, с мехом. Помните, вначале мы мерили. 2300 всего стоил. И прекрасный. Но этот, конечно, качество огонь. Еще заказала вот этот костюм. Помните, вот в котором я в синем хожу, девочки, которые я все нахваливаю. Заказала еще один. Думаю, куплю себе черный. Вообще, сейчас у них новая коллекция. Вообще, качество не такое, как у меня. У меня намного круче, у меня такое теплое, а это вообще ни о чем, и я, конечно же, его брать не буду. 6 тысяч, я свой за 3 с чем-то брала, так намного лучше. А у них сейчас, видимо, цена выросла, и мне не нравится. Короче, я тоже это не беру. Ну, короче, сегодня мой доставщик будет огорчен. Я беру только, девочки, вот это. Я все-таки заказала себе этот La Roche-Posay, или как он правильно называется, крем и умывалку. Сейчас открою, покажу. Так, ребят, ну, отдала уже курьеру. Не беру. Уги, правда, очень крутые. Я сегодня такая красивая. Я сегодня вообще не крашусь. Так что не пугаемся. Девочки, заказала. Я знаю, что вы мне многие писали, что нет. Но, честно говоря, больше комментариев было за эту косметику, чтобы я ее попробовала. Ребят, это... Почему я ее выбрала? Потому что это... для акне кожи, которая склонна к высыпаниям. Ребят, хочу попробовать, потому что многие девочки написали, что классная. Смотрите, какая большая умывалка. Она стоит 1200 рублей на Валберисе. В аптеке, на которую я увидела, мне девушка советовала, там была 1800 большая. Так что я 600 рублей практически сэкономила. Это очищающий пенящийся гель для жирной и чувствительной кожи. Вот такая вот. Ой, умывалочка. Буду тестить, вам буду рассказывать, конечно, свои эти. И взяла сверху вот такой вот крем. Крем, это крем. Сейчас расскажу, тут на русском написано, интересно. Это французская косметика, кстати. Ну вот девушка, не дерматолог, а которая... Вообще дерматологи многие рекомендуют вот эту косметику. Я не знаю, с чем это связано, может, она действительно очень крутая. Это я взяла просто увлажняющий крем, девчонки, для чувствительной кожи. Буду... У меня крема нету. И вот этот будет у меня сейчас, я его буду тестить, смотреть. Кстати, а чем он пахнет? Не пойму. Ну ничего, буду... Сейчас ничего не могу сказать. Буду смотреть.
И обязательно вам в своих выпусках буду рассказывать. Так что я довольна. Это от моего муженька мне на послезавтра. У нас послезавтра день свадьбы. У нас будет жестяная свадьба. Я ему говорю, я куплю себе вот такую косметику. Так что, девчонки, я рада, рада, рада. Буду пробовать, пользоваться и вам рассказывать. Ну, а на сегодня буду заканчивать. Это у нас так всегда длинные влоги. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь. Дальше много интересного. И всем хорошей недели, да? Все, всем пока-пока.